История на день благодарения. Приближался день благодарения. Уже поспели краснощекие яблоки и золотистые тыквы. Фермеры везли плоды своих трудов на рынок. В один из осенних дней двое маленьких детей, которых звали Джон и Минни, шли в школу. На витрине магазина они увидели индеек, цыплят и тыквы. Они воскликнули: «О, день благодарения! День благодарения!» После окончания школы они побежали домой к маме и спросили ее, когда будет день благодарения. Она сказала им, что примерно через 2 недели. Затем они начали говорить о том, что они хотят на праздничный ужин. Дети задавали маме очень много вопросов. Она сказала им, что надеется, что у них будет индейка и даже тыквенный пирог, который они так любили. Она пояснила, что День Благодарения был дан нам не для того, чтобы мы хорошо могли поужинать. Он выделен для того, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он много дней и недель готовил все ко Дню Благодарения. Он посылал солнечный свет и дождик. Земле Он повелел вырастить зерно, фрукты и овощи. День Благодарения назначен был для радостных и счастливых мыслей о Боге и также для вкусной еды. Вскоре после этого, когда дети играли, Джон сказал Минни: «Я хотел бы сделать что-нибудь, чтобы показать Богу, как я рад Дню Благодарения». «Я тоже», — поддержала его Минни. Как раз в этот момент маленькие птички слетели на землю, и Минни сказала: «О, я знаю!» И она что-то рассказала Джону, но они договорились держать все в секрете до тех пор, пока не наступит тот день. Как вы думаете, что они сделали? Не знаете? Ну тогда я вам расскажу. Они сэкономили свои монетки и купили немного зерна. В начале Дня Благодарения, перед тем, как поужинать, они вышли на улицу возле своего дома и разбросали зерно в разных местах. Для чего? Как для чего? Конечно, для того, чтобы птички его поклевали. Пока они это делали, Джон сказал: «Я знаю, Минни, почему ты подумала о птицах. Потому что у них нет пап и мам, чтобы приготовить для них ужин в День Благодарения». «Да, поэтому», — ответила Минни. Постепенно прилетели птицы и устроили такой праздник. Возможно, они что-то знали о Дне Благодарения и поэтому весь день пели и радостно щебетали. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Евангелие от Матфея, 6 глава, 26 стих.